пирогу снимаешь, это снимешь и смонтируешь. Три раза потом ставь, как Мару снимаешь. Одной больше ставь. А это не нужно, чтобы наверняка. Я воспринимаю, спасибо. Я не воспринимаю, это я знаю. Спасибо. Нужно. А может, вы не будете чистить? Ну, так тайм ее. Да вот, зачем? На Новый год? На завтра поедим. А с ним все равно ничего не будет. Вот так чуть. Он все съедет. Привет, как дела? Привет, как дела? Привет, как дела? Отлично, а у тебя? Отлично, пойдем же со мною. Пожарим сосиски. Сосиски. Привет, как дела? Привет, как дела? Привет, как дела? Отлично у тебя. Отлично, пойдем же со мною. Пожарим сосиски. Вылези меня. Сосиски. Привет, как дела? Привет, как дела? Привет, как дела? Отлично у тебя. Отлично, пойдем же со мною. Пожарим сосиски. Миша Козырев и Фёкла Толстая. Понедельник и пятница. Программа «Мишанина». Возможно, всё. «Мишанина». Яп-яп-яп! Добрый вечер, уважаемые гости «Серебряного дождя». Привет! Добрый вечер, друзья. Мы одновременно выходим в эфир «Серебряного дождя» и делаем это не из традиционной нашей студии, а мы стоим во дворике «Серебряного дождя», где собралась прекрасная группа друзей нашей радиостанции для того, чтобы сегодня два часа во время мешанины пообщаться и поесть сосисок. Слушайте, ну давайте поприветствуем группу Jukebox на сцене «Серебряного дождя». Ну давайте, ребята, жгите. Про то, что согревает нашу душу.
She said, I love you, girl, I love you so. She said, I love you, baby, oh, 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 oh. Я на химию забил и на физику с приборчиком. Я стоял себе курил, вдруг она по коридорчику. Здравствуй, Вова Иванов. Почему не на занятиях? Я почувствовал любовь и открыл свои объятия. Учительница первая моя, она же и последняя. Любовь неправомерная моя, несовершеннолетняя. Жестоко обломала нас судьба, нелепая подлючая. Учительница первая моя осталась самой лучшей. Talking about my generation, all back out before at all. Talking about my generation. It's my generation, baby. Яркие впечатления, пожалуйста. Я специально из Екатеринбурга приехала сюда на это мероприятие. Ну не специально, но я просто очень рада, что так получилось, что просто все совпало. Я приехала сюда, залезла на сайт посмотреть, что происходит. Я заполняла заявку на экскурсию. Поняла, что на экскурсию я не попадаю, зато попадаю вот сюда. Ну и как? Отлично, я очень рада. Просто потрясающая, потрясающая группа. Вот так вот Козырев, который тоже из Екатеринбурга. Вот я надеюсь, что я с ним еще сегодня сфотографируюсь. У меня просто всплеск. Если будет случай, приедет ли еще к нам? Конечно же. Когда? Как только, так сразу. Хорошо, прекрасно. Спасибо. Спасибо вам. Дамы и господа, мы продолжаем, точнее заканчиваем уже необычный выпуск программы «Мешанина». Мы вещаем из внутреннего дворика радиостанции «Серебряный дождь», видя, наконец, созерцая и радуясь нашей аудитории. То есть тем всем нашим гостям, которые сегодня пришли на сосиско-пати. Мы очень вам благодарны за то, что вы провели этот вечер вместе с нами. Благодарим еще компанию «Вилком», которая подогнала нам вкусных сосисок. Актуальная для сейчас песня. Холода, холода, зиме нет ли туда, туда, где солнце плюс 30 и, конечно, море. Спору нет, я попаду туда вскоре, мечтая об Африке, заледенелой реке. Это мост, дворняга поджала свой хвост от мороза, моя холодная проза. Плечи поджав, руки, руки в рукав, я свой путь продолжаю. С недобрым ветром, засаду попав к небесам, я взываю, дайте лето. О, боги, дайте света. Я забыл, как выглядит без...